Всем привет! В этом видео хочу показать вам, как удалить стандартные приложения в операционной системе Windows 10. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Каждый выпуск операционной системы Windows оснащен набором предустановленного программного обеспечения, браузерами Edge и Internet Explorer, универсальными приложениями календарь, почта, новости, карты, камера и так далее. Одними вы постоянно пользуетесь, а другими и вовсе ни разу не запускали. И такие программы только занимают драгоценное место на диске. Некоторые из этих приложений можно просто удалить через удаление программ, а другие удалить таким способом не получится. Давайте же детально разберем, как удалить такие приложения. Некоторые из этих приложений можно легко удалить прямо из стартового меню. Для этого откройте меню «Пуск», найдите плитку ненужного вам универсального приложения, сделайте на нем клик правой кнопкой мыши и выберите пункт «Удалить». Вот и все, приложение и все его данные были удалены. Также аналогичные действия можно выполнить, открыв полный список приложений «Пуск», «Параметры», «Приложения». Но, к сожалению, таким способом можно удалить только ограниченный перечень встроенных приложений. На остальных элементах просто нет кнопки «Удалить». В таком случае необходимо провести несколько манипуляций с оболочкой PowerShell или же воспользоваться сторонним ПО. Чтобы удалить из Windows 10 такие программы, как 3D Builder, Camera, Groove Music и другие, откройте PowerShell с правами администратора. Важный момент. Удаление встроенных программ Windows 10 является потенциально опасной операцией. Удаление встроенных программ может повлиять на работу операционной системы, поэтому не забудьте предварительно создать точку восстановления и резервные копии важных данных. Итак, кликните по меню «Пуск» правой кнопкой мыши и выберите здесь Windows PowerShell администратор, после чего вы увидите окно с мигающим курсором командной строки. Для удаления универсальных программ Windows 10 вам нужно будет ввести специальную команду. Для того, чтобы удалить конкретное приложение, вам нужно узнать правильное его название. Для этого введите следующую команду. В результате на экране вы увидите список всех встроенных приложений Windows. К примеру, вам нужно удалить программу 3D Builder. Найдите ее в этом списке и запишите название этого пакета, а затем введите следующую команду. Для удаления камеры следующую. Как видите, команды идентичны, меняются только названия программ, выделенные звездочками. Для удаления браузера Internet Explorer нужно будет ввести другую команду. Или же открыть меню «Пуск», «Параметры», «Приложения», «Приложение возможностей», «Программы и компоненты». В открывшемся окне нажать пункт «Включение-отключение компонентов Windows» слева и снять отметку с пункта «Internet Explorer 11», а затем «Да» для подтверждения. После этого система попросит перезагрузиться. Так можно удалить следующее приложение. Если вы случайно удалили одну из этих программ и хотите ее восстановить, воспользуйтесь магазином приложений Windows Store. Найти его можно в меню «Пуск». Перейдите во вкладку «Приложения» и воспользуйтесь поиском. Если вы обнаружили какие-то проблемы в работе операционной системы после удаления предустановленных программ, снова откройте PowerShell и введите следующую команду для текущей учетной записи и для всех учетных записей. Эта команда вернет весь комплект предустановленных утилит на прежнее место. Если вы считаете, что вот команд вам не под силу, можете воспользоваться сторонним ПО. Встроенные программы операционной системы Windows 10 можно удалить с помощью утилиты CCleaner. Для этого нужно всего лишь выполнить несколько действий. Откройте программу, если она у вас не установлена, скачайте и установите его. Ссылка будет в описании.
В главном меню перейдите на вкладку «Инструменты» и выберите пункт «Удаление программ». Из списка установленных программ выберите нужную и нажмите кнопку «Деинсталляция» и «ОК» для подтверждения. Следующая утилита – «Аббастер». Если у вас не получилось удалить или восстановить приложение одним из способов выше, эта программа вам точно в этом поможет. С помощью этой бесплатной программы вы сможете удалить встроенные приложения Windows 10 от Microsoft, а также и от сторонних разработчиков пару кликов, а при необходимости сможете заново установить те, которые были случайно удалены и входят в комплект предустановленных. Просто отметьте нужные и выберите Remove для удаления и Install для восстановления. А на этом все. Надеюсь, вам было полезным данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.